Ужасно. Вот уж правда, без помощи Леонида мне не обойтись. Ты исполнитель роли Диэнека? Уже нет. Я играл с командиром и спустил все. Он сказал, что я буду его рабом, пока не верну долг. Я проведу в рабстве годы. Хорошо. Я тебе помогу. О, спасибо. Командира можно найти вон там. Пришел отыграться? Рад, что ты с подругой. Нет, я... ну... Отпусти его. Он должен играть в пьесе. Прости ему долг. Кого играть? Диэнека, соратника Леонида. В трагедии Леонида 300 спартанцев. А, хорошая военная пьеса. Чаще бы такое ставили. Но было бы лучше, если бы у них играли солдаты, а не эти актеришки. Я не... Неважно. Дело обстоит так. Этот Малака мне задолжал и расплатится, став моим рабом. Хочешь занять его место? Может, ты сам исполнишь его роль? Ты ведь солдат, а не актеришка, верно? Клянусь чреслами Ареса, ты права. Я сыграю Диэнека. А как же я? У моих воинов полно разодранных сандалий и затупившихся клинков. Поверь, тебе хватит работы, пока я буду блистать на сцене. Эта роль создана для тебя. Просто веди себя так же, как перед войском. Я справлюсь. После всех битв это будет не сложнее, чем отщипнуть виноград с лозы. Иди к Феспису на рынок Пелопа в Элиде. Он ждет Диэнека. Хотя вряд ли такого. Вот почему актер не вернулся. Нужно ему помочь. Богам. Не спеши. Сперва надо сбежать.
Спасибо. Я думал, мне недолго осталось. Зачем они схватили тебя? Безумцы считают, что я не актер, а настоящий злодей. Хотят, чтобы я помог им провести ритуал. Даже пытали, чтобы повторял их заклинания. Ты спасен. Я спасен, но жителей Элиды нет. Ведьма отравила еду, которую повезут в город, потому что Элида ее предала. Я уничтожу отравленные припасы. Но теперь ведьма знает, что ты здесь. Она оставит свое логово и сбежит. Тогда все будут в опасности. Я не позволю ведьме сбежать. Она слишком опасна. Хвала Зевсу. Ведьма мертва. Теперь ведьма никому не сможет причинить вреда. Спасибо. Старуха натравила на меня этих безумцев. Раз она мертва, мне ничто не угрожает. Так ведь? Все так. Теперь Ксеркс в безопасности и может выйти на сцену. Да, ведь Ксеркс не знал опасности. Бог среди людей. Я должен вести себя так же уверенно. Хорошо, что ты понимаешь. Возвращайся к Феспису. Вернусь. Спасибо. Да настанет царство Ксеркса! Была рада помочь, о царь царей. Красиво. Хорошее место для молитвы. Здравствуй. Ты пришла, чтобы узнать о тайнах Гедоны? Да, хотелось бы. Гедона, кто это? Она богиня наслаждений. Так, как их жаждут все. Мы все Гедона. Я не жажду. Я ищу актера. Здесь нет актеров. Лишь учителя и ученики. Актера зовут Трой.
Он работает с Фесписом. Недавно к нам пришел актер. Но теперь его зовут Гедона, как меня. И всех, кто находится здесь. Слушай, отвечай прямо. Мне нужен этот актер. Прости, но лишь мне позволено общаться с чужаками. Стань одной из нас, и сможешь поговорить с остальными. Ладно, я готова, Гедона. Что нужно сделать? Чудесно! Докажи, что твои намерения серьезны. Сперва заберись на водопад Вечной Радости и спрыгни в пену фантазии. Так, а потом? Затем найди в пещере самопознания сокровище и принеси его мне. Водопад, потом пещера. Ясно. Вот и водопад. Подыщу место и спрыгну. Пещера должна быть где-то рядом. Должно быть, это пещера с сокровищем. Что я искала. Yeah.
Я прыгнула с водопада и нашла сокровище. Теперь ты посвятишь меня? Ты посвятила себя сама. Тайны Гедоны открыты для тебя, Гедона. Иди к остальным, они будут рады тебе. Поговорю с ними. Ты знаешь Троя? Прости, Гедона. Я слышала это имя. Но не Арчона. Имена и занятия знакомы. Здравствуй. Ты Трой, актер? Ты новенькая, да? Среди нас нет актеров. У нас одна роль — быть Гедоной и жить со спокойствием и изяществом. А ты, кажется, разбираешься в театре. Не сказал бы. Может, знаю кое-что из Аристофана, кое-что из Еврипида. Медея заслуживала большего. Поговорю с другими гедонистами. Подходящее название. Хайре, я ищу актера по имени Трой. Это ты? А, актера? Всегда мечтал быть актером. Но друзья говорят, что я не умею вести себя на сцене. Ну что же, возможно, они правы. Актера. У всех нас теперь новое имя, но я разбираюсь в театре. Важно вовремя заставить зрителей плакать или смеяться. И как ты заставишь их смеяться? Я бы наступил на мочевой пузырь козы и упал. Безотказный способ. Ясно. А как заставить плакать? Рассказать им, как скучаю по своей козе. А если бы ничего не вышло, порезал бы лук. Старая уловка. Благодарю. Поговорю с другими гедонистами. Звучит неплохо. Броское название может привлечь к нам больше людей. Хайре, ты Трой, актер? Я... нет, я не он. Хорошо, иначе бы я засомневалась в Фесписе. Ты Трой? Я ищу актера по имени Трой. Что? Я почти достиг третьей ступени блаженства Гедоны, а ты мешаешь мне. Теперь придется начинать все заново. Да, лучше не отвлекайся. На сцене тебе будут не рады. Снова ты, Гедона. О чем хочешь поговорить? Если ты не актер Трой, то сможешь его заменить. Сыграю Фесписа. С радостью бы тебе помог, Гедона, но я останусь. Мне нужно просветление, ясно? Путь к просветлению труден. Боги ничего не дают нам просто так. Если жаждешь просветления, брось себе вызов. Ты ничего не добьешься, оставшись здесь. Это сурово, но ты права. Как я пойму, что моя вера в Гедону истинна, если буду сидеть в заперти? Я выйду на сцену. Отлично. Феспис ждет тебя на рынке Пелопа в Элиде. Начинай учить свою роль Гедона, то есть Эфиальт.